отец. Ну ты видел? Всем привет, с вами Штурм, проект Раст. Нанотехнологии приходят в Раст, то бишь электричество. И сегодня мы будем рассматривать такую систему защиты, как турели по нажатию одной клавиши, которые открываются все гаражки, и у нас за ними стоят турели, которые, собственно говоря, и будут нам помогать при онлайн-рейде, либо просто, если вам нужно безопасно выйти из дома, тем самым убрав от дома кемперов, либо просто вы услышите, что начался какой-то движ, либо кто-то пробегает возле дома, так сказать, заполучить бонусы. То есть одним нажатием клавиши мы открываем все гаражки, турели в разные стороны направлены, вокруг дома все, так сказать, подзачищают вам, и вам остается только выйти и залутать. Ну что ж, поехали, посмотрим эту схему поподробнее. Итак, чтобы запитать свою систему, я поставил 5 солнечных батарей. Каждый из них выдает 20 питания. Можно поставить ветряную мельницу, но ее довольно-таки непросто найти, да и изучить, и в крафте она, собственно говоря, дороговата. Так что будем смотреть, так сказать, наиболее простенький вариант, да и не так бросается в глаза эти солнечные батареи на крыше, чем нежели ваша ветряная мельница будет издалека видна. Дальше смотрим, как у нас внутри все устроено. Отдельная комната, здесь стоит у нас большой аккумулятор, хотя можно и использовать маленький аккумулятор и одну солнечную батарею, но скажу сразу, что один маленький аккумулятор дает открыть всего 4 гаражки, соответственно, 2 турели мы можем открыть только маленьким аккумулятором. Можно сделать эту систему, так скажем, на двух аккумуляторах, но тогда будет 2 тумблера и придется нажимать их 2, там, либо 3. Если маленькие аккумуляторы, это в том случае, если мы не смогли найти пока что большой аккумулятор, залучить его. Также эту систему можно будет применять, допустим, ну, в печной, если вам нужно безопасно залутанным добежать до дома. Схема будет такая же, я сейчас все подробно расскажу. Но единственное, вот здесь в цепи нужно будет поставить таймер и, допустим, установить 60 секунд, там, либо больше, либо меньше, там, на ваше усмотрение уже, для того, чтобы через это время гаражки у вас автоматически закрылись и их не байтили. То есть рассчитать то время, допустим, с запасом, чтобы вы могли выйти фул залутанным, добежать до дома, и потом у вас гаражки закрылись, и как бы было бы все в порядке. Так, смотрим подробно уже эту схему. Для этой схемы нам понадобятся следующие ингредиенты. Начнем мы с комбинаторов, в котором мы подводим солнечные батареи одну, вторую. Отсюда выводим следующий комбинатор ниже. Здесь солнечные батареи также одну, вторую подводим ниже к комбинатору. И здесь то же самое, допустим, одну панель, и нам надо будет связать все это через комбинаторы вот такими махинациями, все в одну, так скажем, цепь, где в итоге она нам выдаст соточку, которая нам и нужна. То есть на выходе у нас должно выйти 100. В принципе, можно этот большой аккумулятор заряжать и одной маленькой солнечной батареей, только это будет очень долго. Но на выходе все равно будет у нас 100 при потреблении. То есть вот у нас гаражки пошли открываться, все равно будет 100. То есть сколько бы мы ни подали, то есть я тестил, даже можно и одну солнечную батарею подавать 20. Но на выходе он будет все равно давать большой аккумулятор 100. Единственное, будет очень-очень долго заряжаться. Итак, большой аккумулятор мы запитали, он у нас заряжается. От большого аккумулятора мы уходим на переключатель, чтобы мы могли разрывать цепь, ну, соответственно, все вместе гаражки открывать. Дальше нам понадобятся разветвители. Можно такие на 3, но если вдруг у нас по какой-то причине их нету, можно вот такой разветвитель. Единственное, их только больше понадобится. То есть здесь на 2 контакта, здесь у нас на 3 разветвляет. И здесь можно настраивать, то есть питание на выходе, сколько нам нужно. И это нужно не забывать, потому что по умолчанию там стоит 2. Соответственно, здесь у нас сейчас на аккумулятор мы включаем, у нас идет на маленький вот этот разветвитель. Здесь я настроил по 50, то есть 100 энергии мы делим по 50. 50 в этот разветвитель уходит, 50 вот в этот. И дальше у нас здесь уже по 3 входа, это как раз они пойдут, выхода вернее, на гаражки, чтобы они открывались. То есть
одна турель, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая турель запитаны. Через разветвитель нам нужно все в кучу собрать, все эти турели, чтобы они у нас одним нажатием открывались все шесть турелей. Либо их может быть больше, либо меньше. Но здесь уже просто суть в том, что как бы будет больше, либо меньше разветвителей. Но суть цепи останется та же. Итак, смотрим уже в самих гаражках, как это все устроено. А здесь, где у нас стоит турель, собственно говоря, тоже не очень-то замысловатая схема. У нас стоят контроллер двери, который мы привязываем. Допустим, этот контроллер к этой двери, этот контроллер к этой двери. Единственное, я хочу сразу заметить, что чтобы контроллер привязать, дверь должна быть закрыта, код-лок разлочен. Только тогда мы сможем привязать контроллер к двери, иначе не даст. Здесь стоит вот такой разветвитель. Ну, можно, если, опять же, я скажу, вы как-то, допустим, не нашли разветвитель такой вот на два контакта, можно поставить на три контакта. Значит, у нас получается отсюда от каждого датчика мы приходим на контроллер и с этого контроллера уводим потом на общий контроллер. И так каждую турель мы делаем. Вот, собственно говоря, хочу показать на примере разветвителя, который идет на три контакта. То есть один у нас останется не запитанный, один контроллер. Допустим, на этот контакт, один контроллер на этот контакт мы цепляем и сверху уводим также на общий разветвитель, который соединены воедино на один переключатель. Также хочу обратить внимание, что если вы ставите такие турели, да и не только если, желательно ставить еще внешние шкафы. Для чего? Для того, чтобы, допустим, рейд-кибитку вам не построили практически вплотную к дому, соответственно, они могут поставить свою турель на вход вам. И, соответственно, даже если вы откроете все свои турели и даже, так сказать, противник будет повержен, вы не сможете выйти и залутать их, потому что у вас будет контролить турель, поставленная на рейд-кибитки. Поэтому эти шкафы не очень-то, так скажем, прожорливы. Допустим, вот фул закатанный в металл на треугольнике, потребляют они где-то, ну, около 65 металла в сутки. Поэтому, я думаю, это не очень-то будет проблематично вокруг дома поставить такие шкафы. Плюсом можно от этих шкафов еще подвести дорожки, достаточно будет даже каменных, насколько это возможно, близко к дому. Для чего это делается? Во-первых, если даже у вас зарядит дом и полностью, так скажем, все пробахают и дойдут до шкафа, свой шкаф они не смогут поставить, потому что билда от этих фундаментов будет покрывать дом, соответственно, ничего они сделать там не смогут, не заблочить вам дом, не поставить свой шкаф. Им придется либо все шкафы убирать, ну, либо оставить так, как есть. Для чего это делается? Ну, потому что у нас в доме, так скажем, есть всякие там плюхи, которые мы не хотели бы терять, и чтобы нам не блочили дом. Это как третий верстак, те же самые печки, там сундуки и все такое. Мелочь даже потерять их как бы тоже потом придется наверстывать. Поэтому, так скажем, и чтобы усложнить рейдерам все это, можно вот еще такую схему применять. И еще какой плюс этой системы, опять же, даже... Во-первых, вам эти турели дадут время на то, чтобы, если даже где-то что-то пробахали, вы не сразу среагировали, то есть, при открыв турели, и, так сказать, когда рейдеры полягут, даже если вы по каким-то причинам не сможете выйти, залутать их, но у вас будет время как раз-таки восстановить дом, то есть где-то поставить, опнуть стенки быстренько и потихоньку там, либо двери восстанавливать. Все это быстренько. Ну а затем уже можно будет по ситуации попробовать выйти залутать рейдеров. Вот такую систему мы с вами рассмотрели на этом видосе. Лайки, дизлайки, комментарии, подписка. Ну, в общем, вы знаете, что делать, а мы увидимся с вами на следующих стримах либо видосах. Всем пока, ну и как у нас говорится. Ты заходи, если что.